Сложно верить между делом, сложно делать, что сердцу не по себе. Помнишь, в детстве мы хотели покорения небес. Глядя в небо под гитару, мы мечтали, что сделаем лучше мир. Правда, лучше он не стал, но хуже сделались мы. Компромиссы и заботы, правда, жизнь состояла из мелочей. Мы учились жить комфортно, непонятно зачем. Все это теперь не имеет значения. Наше место назначения — там, куда взлетают искры от костра, высоко во тьме теряясь между звезд. Наше место назначения — не работа, а седьмые небеса, и обратный начинается отчет сейчас. Если были мы наивны, почему же мы счастливы были так? Взлет карьеры до вершины нам не та высота. Но кто едет, тот доедет, кто летит, соответственно, долетит. Что сегодня?